Высокие технологии. Хай-тек. НАСА готовится запустить в космос в будущем году принтер, работающий в формате 3D. Это, по мысли инженеров, работающих над реализацией проекта, поможет астронавтам, которые находятся на борту МКС, получать нужные им инструменты прямо на месте, а не вести с собой. Речь идет в первую очередь об экономии топлива и об экономии места. Фактически, это портативная размером с тостер для хлеба фабрика по производству самых разных инструментов. Если нам потребуются запчасти, к примеру, какие-то компоненты устройств сломаются, мы можем все изготовить на месте. Вес багажа миссии будет существенно уменьшен. Именно такую цель мы перед собой и ставили. Вначале было слово «разработчики НАСА» хотели, чтобы из лексикона астронавтов исчезли бы слова «дефицит», «перерыв снабжения», «замене не подлежит». Если что-то сломалось или вышло из строя, можно легко и быстро недостающее создать с помощью такого принтера. Главной проблемой и вызовом для нас стала необходимость справиться с невесомостью на борту, потому что, когда создаешь принтеры для работы в условиях земной гравитации, это обстоятельство упускаешь из виду. Судя по всему, с этой задачей специалисты справились. В настоящий момент идут испытания устройства. Предполагается, что принтер будет доставлен на МКС в конце будущего года.